Брестский кинотеатр «Беларусь» распахнул свои двери для открытия уникальной фотовыставки «Первый в первом регионе», которая посвящена главе нашего государства. Посетителям были представлены кадры рабочих визитов президента Александра Лукашенко в Брестскую область, где каждая из фотографий рассказывает об этапах развития нашего региона. На кадрах можно увидеть президента в процессе общения с рабочими и жителями региона, осмотре предприятия, а также подписание важных документов. 30 лет назад, 10 июля 1994 года, народ Беларуси избрал Александра Григорьевича Лукашенко первым в истории президентом страны. Белорусы сказали твердое и безоговорочное «нет» коррупции, «нет» несправедливости, «нет» разводу преступности, «нет» чиновничьему беспределу, «нет» беспорядка. После открытия выставки в малом зале кинотеатра прошла диалоговая площадка, где зрителям продемонстрировали фильм, рассказывающий про историю нашего государства и про трудности, с которыми столкнулась наша страна после распада Советского Союза. А также подчеркнули роль президента в создании мирной и процветающей Беларуси. Дело в том, что, на мой взгляд, Беларуси просто повезло. Повезло в 1994 году, что нашелся такой лидер, как Александр Григорьевич Лукашенко. Мы, славяне, имеем собственный менталитет, который коренным образом отличается от стран Запада. Нам не присущи какие-то либеральные ценности. Нам нужно четкое, понятное руководство, постановка конкретных задач, контроль их исполнения. И тогда страна живет и процветает. А после перед зрителями выступили эксперты, которые обсудили успех и достижения Института президента, выслушали мнения молодых и более опытных жителей Бреста. Особое внимание было уделено взаимодействию президента с другими органами власти и их перспективами на ближайшее будущее. Самая важная задача – мы обеспечили суверенное развитие страны. То есть мы сегодня на внешней арене принимаем решения самостоятельно. Мы сами определяем, каким образом модернизировать, развивать нашу политическую систему. И за 30 лет при этом всем мы сохранили президентскую республику и мы сохранили выборный характер высшей власти. То есть мы сохранили выборы, и люди вольны голосовать на выборах, исходя из своей мотивации. На мой взгляд, это одно из самых важных достижений. Посетить выставку может любой желающий. Для того, чтобы глубже понять значимость визитов президента в регион и оценить его вклад в развитие Брестской области. Анастасия Панасюк, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.